Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Сейчас будем паковать переходники к карту памяти. Для отправки Укрпочтой. Сегодня оплачено, сегодня понедельничек у нас. Размещать буду завтра, 6 марта. Сегодня уже не буду размещать, у меня сегодня другие планы. Так, ну я придумал коробочку такую с-под дискет. Вот такая вот это. Ну и вот нарезал вот таких штучек. Так, и берем вот так вот. Раз. Деньги твои пойдут куда надо. Вот. Ну, теперь да. Так вот, раз. Чем-нибудь еще напихаем. Вот так, раз, два, три. И все. Вот, видите. Вот так вот. Вот. Все, никуда оно уже не денется. Просто напихиваем что-нибудь. Какая нахрена, не слышу, сюда запихать. Можно мусор любой туда запихнуть. Вот газета какая-то есть, например. Можно вот эту газету туда записать. Вот.
пойти на одно ухищрение, как говорится. О, так вот, в газету завернем, в Одессу поедем. О. Вот. И как раз она сюда и выйдет, еле влазит. Что же надо? Сейчас скотчем замотаем и все. Во! Уже никуда ничего не денется. Все. Все. Вот скотча, так скажем, не так уж и много ушло. Зато доедет 100 бутов. А я или предоплату там хочет, типа 50% или сколько. А предоплату где говорит, что ты а потом оплатишь? Нету никакой. Это фигня. Покажешь номер карты, скажешь, я уже оплатил. Все. Давайте буду писать заявление. Знаем мы вас. Я хоть сам на такое не натыкался, но весьма наслушан от знакомых, кто попадал на всякую фигню. О, все, это и можно буцать, можно ее. Футбол играть можно. Так что все, никуда она не едет. Вот. Ну а как писать тут адрес? Адрес, сейчас что-то придумаем. Вот, адрес напишем. Это уже не беда. Что-то сейчас придумаю. Так, пока-пока. Учитесь. Сейчас думаю приклеить к этой такой, типа как письмо, и туда это скотчем примотать, и там написать. Либо тут написать. Сейчас вот тут, типа... От кого, кому. Мелко можно написать. Можно и так. Все, пока.